74-й урок цикла «Благодарность», и мы изучаем книгу Рав Шалом Аруша. Книгу Рав Шалом Аруша, которая называется «Сад благодарности». И вторую мы изучаем книгу Рав Зига Плистина, которая называется «Thank you. Formulas, Stories and Insights». И сегодня у нас 74-й урок. В 74-м уроке он продолжает, это как раз до конца главы, он продолжает истории, которые происходили с его учениками, которые происходили с учениками его учеников, истории чудес, которые происходят вследствие благодарности. И я не буду все эти истории рассказывать, потому что у меня лично, скажу вам правду, вот у меня лично внутренне установлен такой, как сказать, вот мы же выросли в Советском Союзе, я еще помню пионерские организации, комсомольские организации, вот эти годы застоя. Я помню, не знаю, как у других было, но у меня в семье было так, что все понимали, что это обман, что все вот эти вот лозунги «коммунизм к 2000 году», «пятилетка за 4 года» и так далее, то есть это все каким-то образом, ну вот у меня было недоверие к информации. И я очень, слава Богу, доволен этому. И вообще это еврейский путь не доверять. Не доверять словам. Потому что что такое слова? Слова это, как говорил царь Соломон, и я каждый день молюсь его словами. Он говорил так. «Шав ведвар казав архек мимени. Пустое и лживое отдали от меня. Раш веошер альтитенли. Бедность и богатство не давай мне. И трефени лехам хути. Накорми меня законным хлебом». И найти законную информацию, вот такую факты, очень сложно, потому что этот сказал, пересказал, 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 пересказал. И я читаю все эти истории, я верю в них, но вот то, как они, если бы мне кто-то их рассказывал, я бы не поверил. Поэтому я не буду их рассказывать, вам пересказывать. Значит, ну тут множество, в основном это все идет про, какие у людей есть проблемы, деньги. Вот сидел один, он потерял все деньги, его, значит, кинули, и вот он сидел и был уже прямо готов, ну, мрачнейший. Тут к нему подошел ученик Рав Шалом Аруша, ему говорит, что как же так, что ты такой грустный, на свадьбе еще сидишь, давай благодарить, давай радоваться, благодарить Всевышнего. Тот говорит, я потерял все деньги, как мне благодарить, меня, ну, мошенники кинули на все деньги. Он говорит, нет, все равно надо радоваться, благодари Всевышнего. Тот говорит, как я буду благодарить, у меня денег не осталось. Говорит, благодари, уже и денег у тебя не осталось, а ты благодари. Он начал благодарить, благодарить, благодарить. Как-то он вышел из этого состояния негативного. И потом ему позвонили, что ему там в Израиле, тоже мне вот это непонятно. В общем, позвонили ему, что ему дают квартиру. В истории написано, кто ему дал квартиру, как ему дали квартиру. В общем, с ним произошло что-то, какой-то чудесный подарок, который был больше суммы, которую он потерял. Во втором случае, женщина одна долгие годы переживала, что ее сын не женится. В конце концов, она сказала Всевышнему, слушай, я заканчиваю плакать, а буду говорить тебе спасибо, только спасибо. И даже за то, что сын не женился, так он не женился. Все к лучшему. Все, значит, к лучшему. Начала благодарить. И что? Так она благодарила в течение некоторого времени, и сын женился. Значит, новый брак. Одна разведенная женщина, у которой было несколько детей, рассказала мне, что она слушала уроки на диске «Перестань ныть», и в течение часа благодарила Всевышнего за то, что у нее нет супруга, и сразу нашла себе пару. В это я верю. В это я верю. Почему я в это верю? Потому что, ну вот, мужчины, я вам скажу честно, привлекают, очень сильно привлекают женщины довольные, радостные, счастливые, которые умеют благодарить, умеют радоваться. То есть, и если вот такая женщина, и она такая довольная, счастливая, умеет радоваться, то как бы наверняка можно понять, что мужчина какой-нибудь запеленговал ее сразу же и на ней женился. Тут это очень понятно. Вот еще история, слаще меда. Один человек рассказал мне, что у его отца был диабет, причинявший тому ужасные боли в ногах на протяжении нескольких лет. Но тут к нему попал диск «Перестань ныть», он его прослушал, начал говорить спасибо, и все боли исчезли. И дальше такие истории. Но тут есть одна история, которая
она, эта история, очень такая, это притча больше, чем история, да? Я ее слышал много раз, но тут он пишет, не пишет, что это был его знакомый, просто тоже приводит эту историю. Значит, история такая, что был один человек, у которого были деньги, он был очень богатый, был нерелигиозный, значит, знаете как, очень много богатых людей, которые считают, что это они сами прямо заработали все эти деньги, и они очень становятся из-за этого гордые, заносчивые. И этот был такой гордый, заносчивый, высокомерный человек, который считал, что все, он уже, было такое выражение, Бога поймал за бороду. Я помню, в детстве почему-то говорили, что человек, который слишком блатной такой, гордый, это как будто бы он Бога поймал за бороду, он так себя чувствует. Такая метафора. И он был вот такого плана. И вот он в этой истории, а как, когда человек богатый, ему прет, он теряет осторожность, ему уже неинтересно маленькие деньги. И вот он вложил деньги, инвестировал в один проект, инвестировал все свои деньги, еще и занял, купил землю в Румынии и, значит, вложил туда много денег. Но, как это бывает, с такими историями я часто сталкивался в своей жизни, что то, что казалось огромной возможностью, оказалось огромной ловушкой. И эти земли потом не перевели, как обещали за взятки, из разряда сельхозземли в землю для строительства. И чиновник, который должен был это сделать, в общем, исчезли. То есть я лично знаю людей, которые давали взятки, чтобы перевести землю из одного разряда в другой, и теряли деньги. Так вот, этот человек тоже потерял все свои деньги, и вместо того, чтобы стать супербогатым еще больше, он оказался весь в долгах, без денег, без ничего. У меня есть один знакомый, прям близкий знакомый, который тоже, он вложил деньги. Он один раз у него получилось с землей, второй раз он вложил деньги в строящиеся здания. И того, кто строил эти здания, арестовали, и его деньги, вложенные в эти здания, все остались, прогорели. У него какое-то время вообще не было денег. Ну, сейчас вроде, слава богу, все постепенно как-то налаживается. В этой истории он вообще остался без денег, в долгах. И он поднялся на 17 этаж каньона Зриэля, в Израиле такой каньон. Он поднялся туда, там была контора такая, серый рынок. Знаете как, ломбарды, суды под большие проценты, такие полубандитские. И он взял у них суду, чтобы как-то выкрутиться. И решил подняться на крышу каньона Азриэля для того, чтобы там побыть. Как-то он поднялся на крышу. И захлопнулась дверь. И он с деньгами, у него сумка денег, и он на крыше. И он не знает, как оттуда выйти, никак он не может выйти. История была, это еще до мобильных телефонов, допустим. Лет 30 назад уже каньон был, а телефонов еще не было. И, значит, он пытается как-то открыть дверь, и никак, изнутри захлопнулось, все, он на крыше. И он думает, ну что, у него ничего нету, что кидать, и он начал кидать деньги вниз. Бросил там пачку денег, люди начали собирать деньги, но никто не смотрел наверх. И он понимает, что его так не найдут. То есть деньги, люди бегают, собирают деньги, но никто не понимает, что кто-то на крыше, его надо спасать. И тогда он нашел там какой-то камешек и начал бросать камешки с крыши. Когда камешек попал кому-то в голову, то люди сразу начали кричать, кто там кидает камни, вызвали полицию, вызвали охрану. В общем, поднялись на крышу, его нашли. И он рассказывает, я же кидал деньги, никто на меня не обращал внимания. Потом начал кидать камни, так на меня обратили внимание. И тут его осенило, а там был еще момент между деньгами и камнями, что он начал молиться и просить Всевышнего, чтобы Всевышний ему помог, открыл, как ему выбраться. И он тогда увидел камешки и начал кидать камни. И когда он вернулся домой, он подумал, это же метафора про мою жизнь. Когда мне Всевышний давал все хорошо, я ни разу про него не вспоминал. Когда он мне кидал с неба деньги, я ни разу про него не вспоминал. Но когда я все потерял, когда мне стало плохо, то тогда я, значит, обратился к Всевышнему. Как люди, которым бросили только камешек на голову, они сразу начали возмущаться и кричать, где Всевышний, кто это сделал. И спасительный камешек называется эта история, это прекрасная метафора. Он тут же понял сообщение Всевышнего. Все это было притчей о нем самом.
Когда Всевышний бросал ему деньги с небес, давал ему заработок и удачу в делах, он никогда не поднимал взор к Всевышнему, ни разу не сказал ему спасибо. И только когда Творец бросил в него камешком, то есть разорил его, оставил одного на крыше, только тогда он поднял взор к небесам. И он дальше, Рав Шалом Аруш, продолжает. Так ведем себя и все мы. В период изобилия не поднимаем глаза, чтобы достойно поблагодарить. Но когда приходит беда, тут же взываем к небесам, чтобы попросить о спасении и достатке. Значит, в этой истории заложен глубочайший смысл. Всевышний в любое мгновение изливает на каждого человека благо, изобилие и саму жизнь. Всевышний, благословенное его имя, постоянно приносит нам благо, но мы не поднимаем к нему глаза. Только оказавшись в беде, мы вспоминаем о Творце. Поэтому следует предварять беду благодарением, постоянно благодарить Всевышнего за все, что с тобой происходит, за все блага, милости и чудеса, которые ты видишь. Я как раз сейчас думал об этом. Вот сейчас в Израиле идет война. Идет уже война, с 7 октября идет война, значит, погибло уже за сухопутную операцию 167 солдат погибло, а всего погибло 467 солдат и 1200 гражданских погибло. Первые дни была эта резня, да, их просто убивали. Теперь, и все сейчас требуют крови, кто правительство, кто допустил, как допустили, как полиция, как службы безопасности, как Шабак, как они все это просмотрели. И не вспоминают, что до этого последняя война была большая, да, это была война 50 лет назад, 73-го года. И никто не благодарен им в обычное время, когда раскрывают в год 500 терактов, раскрывали каждый год они, которые они спасали людей, да, службы бетахона, службы безопасности. И вместо того, чтобы сказать спасибо, спасибо за все эти годы, что мы их не благодарили, мы не говорили им спасибо, потому что они спасали наши жизни, сейчас все кричат, как они допустили ошибку. То есть вот этот вот момент, на что человек обращает внимание, он очень яркий. Он реально, как, ну вот посмотреть, люди живут муж с женой, да, или там родители, дети. Когда все хорошо, никто друг друга не благодарит. Все типа, ну ладно, как, а что благодарить за это? Как что-то не так, начинаются сразу претензии, да, друг к другу. Надо наоборот, если бы, когда все хорошо, все друг друга благодарили, был бы рай. Когда были бы что-то не так, то этот момент, эта ложка дегтя, она бы легко бы скрывалась бы в бочке меда, да, то есть, да, действительно не так, извини. А тут, когда человек чувствует, что его не ценят, когда человек чувствует, что у него, он делает, и не получает за это никакой благодарности, потом какая-то мелочь, и взрывается конфликт. То есть люди, мы по отношению друг к другу, у нас огромный дефицит благодарности и добра по отношению друг к другу. То есть то, что можно было бы делать и нужно было делать. И со Всевышним у нас еще больший дефицит, потому что если мы друг друга не благодарим, то мы, понятное дело, про Всевышнего даже не вспоминаем, когда все хорошо. Если мы конкретно человека, который нам делает добро, не благодарим, то еще вспомнить про Всевышнего, там, это уже нужно быть сверхблагодарным. И в этом все проблемы. Все проблемы. И также они решаются наоборот. Через благодарность, и особенно, мы уже вчера про это говорили, через благодарность, которая нелогичная, которая идет против логики, вот тогда ты получаешь и результат в виде чуда, которое тоже идет против логики. Значит, ну тут дальше разные истории про чудесные исцеления, про исцеление тяжкой болезни, исчезнувшее отверстие, как ребенок, и оказалось потом, что все отлично. Чудесные анализы, как одна женщина, у нее была смертельная болезнь, а потом оказалось, что она выздоровела. Я вам скажу, у меня история с моей матерью, да? То есть у нее обнаружили опухоль, и эта опухоль, она очень была старая, ну, уже слабая, у нее деменция, и обнаружили у нее эту опухоль, и она уже не ходила, и там вообще было ужас все. И врач говорит, смотри, надо делать операцию, а ей уже там 85 лет, выдержит, не выдержит, все. Теперь, значит, ну, мы согласились сделать операцию, записали ее, и когда ее возят на наркоз, а у нее деменция, но нужно согласие больного. Она говорит, не буду делать никакую операцию, где, что, отказалась. Ее привезли обратно в палату, уже прямо вывезли из операционной, и, значит, все выписывают уже, не хочешь, ну, не хочешь.
Она спрашивает, а чего мы здесь? Мы говорим, значит, мама, операция, все. Какая операция? Ну, у тебя опухоль там, в это. Она говорит, так надо же делать операцию. Мы говорим, ну, надо делать операцию. Она, так а чего мы не делаем? Говорит, так ты же отказалась. Не-не-не, надо делать операцию. Опять позвали врачей. Слава Богу, это чудеса. Пришла психолог больницы, чтобы, ну, удостовериться, что она да говорит. Она сказала да, и мне разрешили с ней дойти до наркоза, чтобы она не забыла про вот этот вот, ну, что она не забыла, что она сказала да. В общем, до наркоза мы с ней зашли, сделали операцию, это было уже почти год назад. После удаления опухоли у нее стало больше сил, больше энергии, она начала, ну, вообще, слава Богу, миллион раз все улучшилось. Но что? Это тоже здесь есть аспект чуда. Тут есть 100% аспект помощи Всевышнего. И я думаю, что это вот заслуга этих уроков сегодня. Для Всевышнего нет же времени. Поэтому если мы сейчас начинаем благодарить за прошлое, мы исправляем свое будущее. Если в будущем мы благодарим, ну то же самое, в будущем мы благодарим за что-то, то мы можем исправить прошлое. Понятно, для Всевышнего же нет будущего и прошлого. Чудесное сообщение. Вот он пишет Рав Шалом Аруш, что он получил письмо от студентки, девушка, не еврейка, которая изучала в Израиле, училась в университете, изучала иврит. И она пишет, здравствуйте, мне 23 года, я учусь в университете, а в свободное время изучаю иврит. У меня есть три книги Рава Шалома Аруша на иврите. Прочтя книгу «Сад веры», прекрасная книга, я почувствовала, что эта книга принесет пользу мне, хотя я и не еврейка. Там говорится о чудесных вещах, в которые мы тоже верим. Но их легко забыть. Например, когда у нас серьезные проблемы, или же, когда мы заняты работой и учебой, мы забываем, что нет ничего, кроме Всевышнего, и впадаем в гнев и уныние, или же ненависть к окружающим. Я поняла, если мысли человека всегда сосредоточены на Боге, что все от Него и все к лучшему, а нам всегда нужно что-то исправлять, обращаясь к Творцу в молитве и в раскаянии, и благодарить Его, это принесет людям истинный мир. У меня тоже была серьезная проблема, я страдала от нее 3 года, не знаю, что делать. Значит, я много молилась, просила прощения за завершенные мной даже невольные грехи, но не нашла никакого решения. То есть, как он нам говорит в его системе, что путь молиться, просить у Всевышнего и, значит, идти вот через просьбу, то он не всегда работает. Почему он не всегда работает? Потому что человек своими поступками может этот путь себе перекрыть. Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Может быть, он там всем отказывал, никому не помогал, что-то у него вот, ну, где-то есть у него какой-то пробой, который ему этот путь перекрывает. Но путь благодарности, он открыт всегда. И вот эта девушка пишет, ну, тут я прочла главу, «Возблагодари и исцелишься». Тогда я попробовала благодарить за то, что со мной случилось, и просить Творца даровать мне решение проблемы. То есть я благодарю за то, что у меня есть, и даже за плохое. То есть это вы видите, как работает? То есть это, ну, нелогично. Вместо расстраиваться, я благодарю и говорю, вот это как раз меня и соединяет с тобой, спасибо. И в этот момент, то есть ты делаешь вещь, которая нереальная, вместо расстраиваться, гневаться, возмущаться на Всевышнего, ты говоришь спасибо, в этот момент он тебе открывает, также вот парадокс, открывает тебе чудесное спасение. И тогда я попробовала благодарить за то, что со мной случилось, и просить Творца даровать мне решение проблемы. И слава Богу, я решила свою проблему, и теперь у меня все хорошо. Я хочу поблагодарить вашего Раби. Мне кажется, он и в самом деле несет мир, и я рада, что в Израиле есть подобные люди. Хотя ситуация на Ближнем Востоке весьма тяжела, я верю, что с Божьей помощью можно достичь мира, с помощью веры в Бога. Я слышала прекрасную песню, где поется «Разобщаются от имени религии, но встречаются в вере». Я всегда буду молиться за мир и за то, чтобы не было никаких конфликтов, террора, ненависти, идолопоклонства, чтобы была лишь любовь и люди служили одному Всевышнему. Всего хорошего и много благ. Вот это как раз такое письмо, которое очень выражает, я думаю, выражает позицию многих участников этого урока тоже, что мы будем молиться за мир, за то, чтобы не было никаких конфликтов, террора, ненависти и идолопоклонства, чтобы была лишь любовь и люди служили одному Всевышнему. Всего хорошего и много благ.
И он заканчивает эту главу: «Спасибо за благодарность», пишет Рав Шалом Аруш. И он говорит: «Я повторяю, верьте, что Всевышний благ. В мире не было зла и не будет зла. Все, что было, лучше всего, и сейчас лучше всего, и будет только самое лучшее. Никогда не было и не будет никакого зла, и нет зла в мире. Верьте». Это то, что он говорит. Именно этой верой мы поворачиваем мир той стороной, где есть только свет. Потому что те люди, которые верят, что зло есть, те люди, которые верят, что ненавистью или там убийствами можно решить какие-то проблемы, они в это верят, и они, именно они и толкают мир в пропасть. То есть Всевышний, он благ, но он в этом мире дал свободу выбора, такие правила игры. И дальше уже люди, мы с вами, мы выбираем, да, или мы верим в добро, и мы поворачиваем свою жизнь и жизнь окружающих людей в добро, или есть люди, которые верят в зло. Известно, что во всех благословениях молитвы Шмона Эсре, когда повторяется молитва в синагоге, есть молитва 18 благодарений, и когда повторяется, каждый, когда ее молится от себя, он молится, там есть три первых, это прославление Всевышнего, потом идут просьбы, и потом идут три благодарения, да? Так вот, когда повторяет посланец, как бы, ну, раввин, который молится, потом повторяется вслух вся молитва, и ты только, те, кто слушает, говорят «Амэнь». На каждое благословение, которое он громко произносит, говорят «Амэнь». И одно только благословение «Мадима нахнулах», что «Благодарны мы тебе». Все опять снова говорят, каждый сам вслух говорит. Так он говорит, когда доходят до благодарения, каждый должен благодарить самостоятельно. «Произнося благословение, благодарим мы тебя». А что мы говорим в этом благословении? Там есть слова «И мы благодарим тебя за то, что мы благодарим тебя». Там есть одна из строчек такая. Он говорит, мы не просто благодарим за все, мы благодарим и за возможность благодарить. Когда человек понимает какой-то дар, возносить благодарность, он говорит спасибо за само благодарение. Следует вообще благодарить без меры, но благодарить за саму благодарность – это превыше всего. Заканчивает он седьмую главу. Что будет в восьмой главе, я пока не знаю. Завтра начнем ее изучать. Начинается первая, как бы первая подглава «Благодарение как корень творения». То есть видно, какая у нас сейчас поведет вглубь, как бы, вглубь, чтобы мы поняли, что там вообще серьезного. Вот. И действительно, это оказывает чудесное воздействие на жизнь. Я думаю, что вы тоже уже почувствовали. Я очень читаю ваши, когда вы заполняете анкету. У нас уже есть около 300 человек, которые заполнили анкету. Что вам дают эти уроки, что произошло в вашей жизни. Очень интересно. Кто еще не заполнил, в Телеграме я сейчас еще раз размещу эту анкетку. Google форма, да, интересно очень. Заполните, пожалуйста. И сегодня у нас 74-й урок. 73-й вчера был очень важный практический инструмент. Это найдите себе партнера по благодарности, который вас будет спрашивать три вещи, за что ты сейчас благодарен, и вы его будете спрашивать. Вот видите, я вас сегодня уже спросил в начале урока, и в конце спрошу три вещи, за которые вы прямо сейчас благодарны. И спрашивайте как можно больше людей этот вопрос, и просите, чтобы вас тоже задавали этот вопрос. Чем больше вы благодарите, тем лучше. Это факт, это доказано наукой. Есть конкретное исследование, которое проводили в, не помню в каком университете, но было три группы людей. Одни люди в конце дня, 10 дней подряд, вспоминали все проблемы за день, которые с ними были. Вторые люди, все события, и хорошие, и плохие. И третья группа вспоминали только хорошее и благодарили за хорошее. Уже через 10 дней ощущение радости от жизни, благополучия и счастья в жизни у тех, которые каждый вечер вспоминали по 3 благодарности, по 10 благодарностей они записывали, не по 3, по 10, у них было в 2 раза выше, чем у тех людей, которые записывали свои проблемы. Те, кто писали проблемы, у них качество жизни было там по 10-бальной шкале, например, 3. А те, которые писали по 10 благодарностей, у них было 6 по 10-бальной шкале. Ощущение радости от жизни. Но самое здесь интересное, что ожидание от будущего у тех, у кого было сегодня 3 ощущения счастья от жизни, у них и ожидания были такие же. А те, у которых было 6, у них и ожидания были на 6. И третий параметр объясняет нам все чудесные, не все, а многие чудесные вот эти выздоровления. Физическая форма у тех, которые писали по 10 благодарностей, она была намного выше. Там мерили, по-моему, по
сколько они физически занимались спортом в день, ну, какие-то измеряли параметры, было тоже у них состояние в два раза выше, чем у тех, которые были, записывали проблемы. Поэтому 74-й совет очень-очень важный, он практичный, простой и важный. Before falling asleep, перед тем, как ты засыпаешь. И говорит нам Равзелик Плистин, что перед тем, как засыпаешь, нужно привыкнуть задавать себе вопрос. Уже ты лежишь в кровати, глаза закрыты, и ты спрашиваешь себя, what made me feel grateful today? Что заставило меня чувствовать благодарность сегодня? What am I grateful for right now? Или можно спросить, за что я сейчас благодарен? Или what have I been grateful for at any time during my life? А за что благодарен за всю свою жизнь? То есть он говорит, если ты засыпаешь с этими мыслями, тебе будут сниться благодарные сны, хорошие сны. И ты будешь, если ты заканчиваешь день с мыслями благодарности к нашему любимому креатору, создателю, творцу за его доброту, то у тебя будут очень-очень хорошие сны, прям ангелы будут тебя сопровождать. И что? Значит, если ты будешь постоянен и каждый вечер ты будешь это делать, то тогда полностью перекодируется твое мышление. И если ты будешь думать gratitude, благодарность перед тем, как ты засыпаешь, то эти же мысли будут повторяться много раз в твоем сне. И дальше они перейдут и в твои, значит, дневные сны, да, daydreams. И это очень мощный путь раскрыть качество и улучшить качество твоей благодарности и интегрировать его в твою после этого сознательную жизнь, осознанность. Потому что то, что мы перед сном повторяем, оно потом как бы прорастает в мышление. И рассказывается здесь история, как был один 10-летний мальчик, который боялся спать, потому что ему снились страшные сны. И когда мама об этом узнала, она с ним советовалась, и он посоветовал маме вот этот, как раз этот инструмент. И мама перед сном начала спрашивать мальчика, за что ты благодарен, что у тебя хорошего было и так далее. И, значит, она ему говорила, думаешь, что какие хорошие вещи Бог сделал для тебя в твоей жизни. И он это делал некоторое время. И, значит, что... After a number of nights, после нескольких ночей применения этого exercise, этого упражнения, the boy found it easier to fall asleep. Мальчику стало легче засыпать, и он почувствовал позитивный эффект от счастья. Счастье выросло и днем, и, в общем, все хорошо. Поэтому этот инструмент тоже нужно применять. Перед сном прям сделайте себе напоминалочку. Перед засыпанием спрашивайте себя, что хорошего было в течение дня, как, что. И вы будете и хорошо спать, и утром проснетесь в хорошем настроении и полны энергии. Напишите, пожалуйста, первое, свои инсайты, что вам сегодня открылось во время этого урока. Напишите в комментариях, поделитесь этими инсайтами с друзьями. Спросите друг друга, себя, три вещи, за что я благодарен сейчас. Три конкретных вещи, за что я благодарен в своей жизни. И... через благодарность Всевышнему мы все получим все, чего нам не хватает. Но самое важное – это качество жизни, потому что все же меряется качеством эмоций. И если человек недовольный, у него спроси, какая у тебя жизнь? Он скажет, плохо. А спроси другого, который довольный, какая у тебя жизнь? Хорошо. А теперь спроси у первого, сколько у тебя денег? Он скажет, там, много. А у второго спроси, он скажет, нету. Но качество жизни, оно не зависит от денег. Вот качество денег зависит от качества жизни, от состояния. То есть, если человек счастливый, то у него и денег будет много. Кстати, интересно, что в иврите ошер и ошер – это разница в одной букве. Ошер – это счастье, и ошер – это сайном богатства. Все, дорогие друзья, значит, благодарен вам за то, что вы благодарите, за то, что приходите на уроки. Вот я очень радуюсь, когда 200 человек есть на уроке. Это приятно, когда 200 человек учатся, как быть благодарными, и мы создаем огромный-огромный свет, чтобы был шалом в душе, шалом в семье и шалом во всем мире. И тогда вообще будет полный кайф. Все, до завтра. До завтра. Сейчас в Телеграме будет табличка, и, значит, пожалуйста, заполните анкету в Телеграме, я сейчас ее размещу. Все, счастливо.